Эта копия американского города 19 века появилась не на плато Великие равнины в США, а в гористой местности Сербии. В горной области Златибор построили новый парк развлечений, в котором посетители могут себя ощутить, как на Диком Западе. Город назвали Эль-Пасо, а реплику поселения индейцев именуют в честь сидящего быка, знаменитого вождя индейского племени Хунгпапа. Парк открыл двери 15 мая. Однако на полную мощность пока не работает, поскольку из-за пандемии многие границы закрыты. Все говорят, что мне повезло и что в этом году у нас будет много туристов, которые не поехали за границу. Однако люди забывают об одной вещи. Иностранных туристов не будет, ни черногорцев, ни боснийцев. Я хотел бы, чтобы ситуация была другой, чтобы не было коронавируса. Уверен, что мой бизнес был бы намного крепче. Одна из экспозиций в парке посвящена Роберту Мандену, американскому стрелку-шоумену. Он выступал с револьверами, винтовками и дробовиками. Одна из работниц парка говорит, что для Европы это место уникальное. Я вообще ни разу не слышала, чтобы в Европе где-то еще был парк в стиле Дикого Запада. Также здесь можно провести ночь. Туристам предлагают деревянные домики в стиле Дикого Запада, а также дома на деревьях и обычные отельные номера. Входной билет стоит около 3,5 долларов США.